Жизни троих пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Кордайской области все еще в опасности. Они в реанимации. Сегодня в больнице сейчас остаются 9 пассажиров автобуса. Трое из них – граждане Узбекистана, остальные – казахстанцы. Трагедия произошла 20 апреля, примерно в 5 часов утра. На 181-м километре дороги Алматы-Ташкент столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Избегая удара с ним, водитель пассажирского автобуса совершил маневр, в результате которого перевернулся. 11 человек погибли, 31 травмированы. Среди погибших и пострадавших граждане Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Тела иностранцев доставили на родину.